Всем привет, друзья! Меня зовут Егор Крид, и вы находитесь на канале Крид Фэмили. Сегодня игры кальмара в реальной жизни! Я, как и вы все, как и весь мир, являюсь поклонником сериала «Игры в кальмара». И сегодня я собрал своих друзей плюс своих подписчиков для того, чтобы они поборолись за главный приз. Остаться живым, во-первых, и забрать 1500 долларов. Жизнь одного человека сегодня стоит 50 баксов. Сегодня у нас 30 человек. Ну и, конечно, как говорят, перед смертью не надышишься, но... Пошумите, друзья! Испытания сегодня будут максимально приближенные к сериалу, поэтому за такой труд вы должны обязательно влепить большой палец вверх, написать комментарий, подписаться на канал, в общем, сделать все для того, чтобы этот ролик круто залетел. Окей, давайте так, 200 тысяч лайков, следующий ролик 50 человек, 300 тысяч лайков, следующий ролик 100 тысяч человек. Просто 100 человек. Мне, в общем, позвонила Хуан Чон, говорит, я в 8-й серии коньки отбросила, мне нужна замена, мне нужен победитель. Она позвонила именно мне, дала мне эту ответственность, и сегодня, здесь, на московских улицах, в этом ангаре, в играх кальмара в реальной жизни будет один или одна победительница. Победитель. Ну, вы поняли. Начинаем! Первое испытание. Каждый участник должен добежать от линии старта до финиша за 5 минут. Двигаться можно лишь когда звучит фраза «зеленый свет». После фразы «красный свет» все, кто продолжает двигаться, выбывают. Ну что, друзья, игры в кальмара для вас начинаются прямо сейчас. Мы все умрем. Зеленый свет. Красный свет. Зеленый свет. Красный свет. Зеленый свет. Красный свет. Зеленый свет. Красный свет. У нас есть один, кто прошел. Напоминаю, что у нас осталось не так много времени. Зеленый свет. Красный свет. Зеленый свет. Красный свет. Ой, слава богу, сука. Зеленый свет. Красный свет. Thank you.
Зеленый свет. Красный свет. Я успела. Ты одна живая. У нас осталась одна участница. Но она вроде не двигалась. Держись. Зеленый свет. Я вас поздравляю. Ну что, друзья, на самом деле было максимально волнительно. Я лично сам, хоть я и зачинщик данного мероприятия, но переживал за девчат, за ребят. Выбыло 7 человек. Ну ничего, есть еще 23. Счастливое число. Мы продолжаем. Во-первых, поздравляю всех тех, кто прошел второй этап. Вы молодцы. Сейчас будет сложно. Мы немножко поменяли правила, не как было в сериале. Сейчас будет раунд с шариками, и половина из вас не пройдет. Второе испытание. Игроки делятся парой по двое. Каждому выдается по 10 шариков. Задача игрока – любыми способами, кроме физической расправы, получить все 20 шариков за 10 минут. Нас нечетное количество, и один из вас, тот, кто не найдет себе пару, автоматом выбывает. И мы думаем избить кого-то другого и забрать его шарики в стратегии. А что, у тебя у одной нет пары? На самом деле, тебе повезло, потому что мы всех обманули. Мы сделали это специально для того, чтобы все быстрее начали искать пары. Понимаешь, что ты проходишь дальше сейчас без игры? Ребята, начинается второй этап. Время на обсуждение, на игры начинается прямо сейчас. Как же будем играть? Ты закрываешь глаза, я забираю шарики. Или я забираю шарики. Четное, нечетное, верно, да? Суефа, показываем что-то. Все, что угодно. Рандом полный. Кто побеждает, забирает один шарик. Окей? Окей. До трех. Раз, два, три. Да все уже. Да мы... Как? Ну... Ой, все, не хочется поиграть. Нечетное. Вот. Два. Так, ты первый выбираешь. Я думаю, четное. Нечетное. Ты сейчас можешь быть... На три. По одному кидаем, кто ближе до нее. Три отдаешь. Да, давай. Ну все. Куда ты поплыла? Ну все равно. Давай. Вы поменяли, да? Да, у Терни не везет. Ничего. Колотится сердце, помогите. Нечетное. Ты что, предсказатель или что? Суефа. Не переживай, два шарика из 10 – это хрень. Нечетное. Суефа. Бля, какие-то вопросы. Фак, он прям так направляет. Мухлюйте! Главное – это пройти дальше и выжить. Это самое важное. Я могу перевести прямо сейчас тебе 20 тысяч. За четыре шарики. И ты просто будешь понимать, что все. Я пошутила. Давай. Я тебе что-то. Ну давай. Нечетное. Вот. Понятно. Сорян. Нечетное. Да блять. Как? Ну прости меня, боже. Никогда не прощу. Осталось 2 минуты, ребят. Суефа. Четное. Это было честно максимально. Серьезно. Ну. Чёт. Серьёзно? Серьёзно? Да! Так, ты выиграла? Всё, выиграла? А, да, всё, я ухожу отсюда? Точно? Да, всё. Если ты проиграешь, мы играем в душе. Пожалеть. Всё, давай. Окей, хорошо. Суефа. Ты предлагала двадцатку? Да.
И ты не согласилась? Я выиграл. Бы сразу скинул мастер формира. Блин, смотри, офигеть. Су, ефа. Поздравляю. Это было по-честному. Да, это было по-честному. Вы можете пойти честным путем, либо просто отнять шарики у своего соперника и убежать с ними. Су, ефа. Это было честно максимально. Ни разу нигде не мухлевал, ничего. Привет, мам. Я проиграла ему. А можешь его убить, закопать? Кто ты, мама? Мам, не надо. Ладно, еще эта история, там еще все актуально. Да. Ладно, Олеж? Да? Да, это так же история. Да. Договорились? Все? А я все. Ты выиграла? Ты договорилась за сторис? Реально? Да, я оставалась, не было смысла все равно. Мое. Блин, я тебя поздравляю. Крутая. Осталось 30 секунд. Ну смотри, она взяла шарик. Реально? Это считается? Отними. Я как дедушка, смотрите. А я ему отдаю свои шарики, потому что у меня нет шансов. Все, спасибо. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, все! Это было максимально нечестно, но в этой игре нет честных победителей. Вы должны это понимать. Смотри, как она трясет. Когда оставалось 30 секунд, мой оппонент просто схватил шарик и убежал. Я был уверен, что это уже не считается, и она просто фанится. Это показательная ситуация. Нельзя доверять девушке. Да, да, я только хотел это сказать. И не доверяйте Дошику. Время закончилось, все те, кто победил, вы встаете и уходите туда и ждете дальше команды. Поздравляю вас! Третье испытание. Каждому участнику выдается сахарная сота с узором и иголка. Задача игрока – вырезать фигурку иголкой, не повредив основную форму. В случае надлома или трещины в фигуре, игрок выбывает. Дается 5 минут. Желаю вам удачи. Время пошло. У кого форма с приколом? У меня! У кого? У Лины. У меня член! Ну, не очень красиво. Что это? Ну что? Я его вытащить даже не могу. Не продавлено почти. Я все. Поздравляю. Ты все? Или сломал? Сломал. Ребят, все, я в ауте, у меня член поломался. Стреляйте, я готова. Куда? У нас Лиза выбыла. Лиза, Лиза. Ну как вы выбыли? Да ладно! Ты сделал? Да. Красава. Все? У нас еще человек выбыл. Осталось пару минут, ребят. Блин, нас все меньше и меньше. Молодец. Если что, сериал не смотрел. Я все. Ты сделала? Да. Красотка. Опа, лайфхак с зажигалочкой. Хорошо, молодец, красава.
У нас есть еще кто прошел. Осталась минута. У нас остался один человек. Десять. Блин, нервяк, я. Ты можешь скушать ее. Сколько? Шесть. На шесть осталось? Участники, которые прошли, поднимитесь. Давай. Итак, поднимите руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Четно. Восемь человек проходит следующий раунд. Внимание, товарищи игроки. Ладно, так неудобно. В общем, ребята, нас осталось все меньше и меньше. Следующий этап – перетягивание канатов. У нас осталось три парня и как бы неравносильные команды. Сейчас три пацана будут играть в игру под названием ЦУЕФА. Победитель автоматом проходит дальше и выбирает с собой одну любую девочку дальше. Пожалуйста, ребят. Дальше. Остальные два пацана, которые остаются, это два капитана. И они набирают по очереди себе команду. Итак, пацаны, ну я думаю, что вы можете приступать. Раз, два, три. Раз, два, три. А, он выиграл. Ты проходишь и ты выбираешь одну любую девушку. Да, мы вообще тебя специально захотели. Тебе нужнее. Блять, я слабая, просто пощади слабых. Грека, грека через реку видит грека в реке. Я тебе в сторис отмечу. Грека руку в реку, рак на руку, грека в сторис отмечу. Ну давай вот. Да. По считалке все выпало. Итак, у нас сейчас есть два капитана. Вставай сюда, по левую сторону. Я говорю, вставай сюда. Давайте, пацаны, тоже, наверное, на ЦУЕФА. Да, кто первый, давай. Кто первый выбирает? ЦУЕФА. Раз, два, три. Да ебаный рот, а ты. Выбирай, делай свой выбор. Рина. Да, Рин, ты первая. У меня последний выбор. Да, Даша, давай. Она уже сделала много, может, сейчас тоже. Оля, давай к нам. Я хотел давно тебя в команду. Да ладно, я ж такая сильная. Мы так и стояли только что. Мы втроем самые сильные просто. Ну что, ребята, занимайте ваши места. Когда последний кроссовок переступит эту линию. Последний кроссовок? То есть, условно говоря, вот еще вот так вот, вы еще в игре. Итак, все готовы? Леха. Готовы? Да. Нет. Раз, два, три. Ебать! Раз, раз. Два, блядь, давай, тяни их, нахуй! Нет! Сука! Блядь! Да, ты какой-то! Да! Давай, 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 что упало! Нет! Раз, сука, раз, раз, раз! А куда он уже, блядь, там? Давай, давай, давай! Блядь, пройдемте! Давай! Оля, вставай, тяни! Просто равная игра. Раз! Да ебал ваш раз! Давайте сюда! Насчет... Да. Давай! Вставай, 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 Рина, вставай! Раз! Нет! Блин! Давай, давай, давай! Давай, быстрее! Сука, бля! А я не переступила! Ну все, красотки! Нет, тактика. Я знала, что мы проиграем, это факт. Да. Вы, кстати, в один момент вы почти перетянули. Силы, да, закончились? Они делали по тактике, как в этой игре. Да. Раз. А у нас просто... Я говорю вам большое спасибо за участие. Как вам вообще понравилось? Да, это было очень круто. Но если будем делать, если вы хотите, мы бы позвали вас еще раз. Думаю, да. А, нас сейчас убьют. Спасибо, Егор. Спасибо, Егор. Давайте обниматься. Да, это обидно, но... Мы еще выиграем. Где-нибудь, когда-нибудь. Блин, да почти. Не, мы использовали правильную тактику. Да. Поэтому да. Мы победили, да. Ребят, давай подальше. А у вас не холостые? Не холостые? Блядь! Твою ж налево. Да, блядь. Сейчас будет больно. Больно, больно. Оу! Оу! Лицо не цельсь. Блин! Я ж умер.
Пятое испытание. Игроки выстраиваются по очереди и начинают прохождение полосы из контейнеров. Игрок должен выбрать левый или правый контейнер, где один из контейнеров пустой, а другой наполненный разными мерзкими жидкостями. Полуфинал. И вот они, пять настоящих игроков, пять бойцов, которые дошли до полуфинала. И на самом деле столкнулись с очень интересным испытанием, потому что здесь фулл рандом, все зависит от твоей интуиции. Пять этапов, 10 боксов, 5 человек. На самом деле есть возможность пройти у всех. Кто из вас первый пойдет? А как мы будем выбирать? Вы сейчас у меня выберете карточки, это ваши номера. Вот первому будет жестче всего. Но этот первый, он же может все угадать. 4. Мое любимое число! 5. Нифига себе! Просто последний. Черт, черт, черт! Мы срали! Мы срали! 2. Твою мать. Давай одновременно, пойдем. Ребята, одновременно. Я не хочу, ты решила мою судьбу. Да я не хочу твою судьбу решать. Перекладывание ответственности. А если я сейчас первый пойду? Да, я перекладываю ответственность. Первый признак незрелого человека. Я незрелый человек. Я первая. Ты первая? Я знала, что так будет. Я могу попрощаться уже, да? Кисло. Ну подожди. Да не, ну тут без вариантов уже прощаюсь. Ну давай, давай на рандом. Подожди. Сможешь сделать. Все может быть. Ты можешь поговорить со всеми, может кто-то захочет пойти первым. Я сомневаюсь, ребят, я вас всех люблю. Вдруг кто-то из пацанов сейчас скажет, да, я возьму ответственность, я как джентльмен, пойду первым. Хорошо, я один раз задам мальчикам вопрос, никто не хочет? Ну все честно же было. Время пошло, удачи вам, ребята. Да она ломается, да? Они должны ломаться обе. А, все? Прыгай. Прыгай. А можно я просто пойду дальше? Нет. В смысле, она не... Пустая? Нет. Не пустая. Слизь. Прощай. Хорошо, поехали. Одна есть. Ты можешь выйти, да, и выбирать другую. Окей. Пустая. Я боюсь представить, что это такое. А это вонючая рыба. Как воняет, как воняет. Все, убирай свои ноги. Ну, слушай, вас осталось трое. Осталось 3 минуты. Ты можешь не идти. Ты можешь вообще стоять, ждать. Бля, на самом деле я в шоке от того, что происходит. Она полная. Серьезно? Вы что, прикал? Это нечестно! Может, честно, ее будут пропустить дальше? Я еще постояла, такая думаю, о, это не пепел, а опилки такая, да, приятно. Ну, ребята, у нас непредвиденная обстановка. Кто-то поставил здесь 2 коробки. Давайте, ребята, вы оба проходите. Но это же нечестно. Это нечестно. Это игра в кальмара, здесь нет честности. Я не пойду. Почему? Ну, то, что мне страшно. Пустая. Нет. Не-не-не, все честно я было. Я не пойду. Ну, значит, оба проиграем. Значит, оба проиграем. Просто наступи на одну. Значит, оба нормально, проиграем. Нормально, она затянет его с собой. Значит, оба проиграем. Половину тогда сберу, если ты выигрываешь. Окей, договорились. Ну, если я выиграю. Если я выиграю в игре, то половина твоя. А так ты одна проходишь дальше, если я сейчас проигрываю. Так они же выиграли. Давай, давай, три, проходи. Я поделюсь. Она просто его обманула. Ну что, друзья, долгожданный финал игр в кальмара. Последний этап, та самая настоящая игра в кальмара, в честь которую назван тот самый сериал и в честь которую назван наш сегодняшний ролик. Осталось 2 хрупкие девчонки и 1 пацан. Все решится здесь и прямо сейчас. На самом деле сложная игра. Послушайте правила. 6-е испытание. Игра кальмара. Игра делится на отдельные зоны. Голова, шея, туловище.
Игроки делятся на два типа – атака и защита. Игроки защиты стоят внутри квадрата и не дают игрокам атаки пробраться внутрь. Атака побеждает в том случае, если один из ее игроков попадает в отдельную зону шеи – треугольник. Защита же выигрывает в случае, если атака не смогла выиграть в течение 5 минут. Усложнением является то, что атака вне квадрата передвигается лишь на одной ноге. Я думаю, ты начнешь первый. Защита. Ну тогда получается все. Две нападения, одна защита. Все идеально. Только что объяснили финалистам правила. Все поняли. Предложили девчатам вот такие надувные зорбы. Это выглядит вот так. Но девчонки отказались. Нахер эти зорбы. Будем устраивать мясо. Игра в кальмара начинается. Раз, два, три, поехали! А его не вытолкнуть. О, хорош. Как быстро. Очень быстро. Молодцы, девчата. Поехали! Ох ты, сучка! Опа! Один в один. Комментаторы, кто из вас, зрители, ставил на девочку? Кто? Я не ожидал, правда, офигеть, какие эмоции. Давай по канонам игры. Все-таки ты победила, сделай этот финальный шаг. Я просто не ожидала, что она могла меня сразу вытолкнуть. Я реально этого не ожидала. Я думала, мы сейчас, ну, начнем, не знаю, против него бороться. Но не так, что она сразу просто мгновенно на меня нападет. Я готов был на мир, на самом деле. Я готов был вместе с ней на пару одновременно наступить на крестик, чтобы завоевать первое место вдвоем. Но Маша... Это просто что-то необычное. Я вообще не понял, как я умудрился выйти за пределы. Я вроде ее вытаскиваю, и в какой-то момент я понимаю, что я дебил, я вышел за пределы этой линии. Это было очень обидно. Жму руку, ребята. Бля, ну... Так бывает. Так бывает. Поздравляю. Я подстала. Ну, блин, это игры в кальмара. Сегодня Мария побеждает 1500 зелени. Это твое. Охренеть, охренеть. Поздравляю тебя, ты умничка. Я хочу сказать большое вам всем спасибо за просмотр. Обязательно пишите комментарии, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал. 200 тысяч лайков, сделаем еще масштабнее, позовем больше подписчиков, больше блогеров. Шанс победить есть у каждого из вас и даже у тебя. Всем спасибо, это Игры Кальмара в реальной жизни. Bye.